Срок начала путины изменили в Елизовском районе. Как сообщает Министерство рыбного хозяйства Камчатки, промышленная, традиционная и любительская рыбалка в Авачинском заливе, Авачинской губе и на реках Авачи и Паратунка начнется лишь с 16 июля. При этом на реки, впадающие в Хроноцкий залив, данное решение не распространяется. Изменение даты обусловлено необходимостью прохода рыбы к местам нерестилища и приурочено к массовому ходу киты и горбуши. Напоминаем, что за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусматривается административная, а порой и уголовная ответственность.